Во французском городе Нант бастуют против строительства нового аэропорта. Там на улице вышли почти 20 тысяч манифестантов, в том числе 400 фермеров на тракторах. Люди требуют отменить решение властей о выселении семей, проживающих на месте, где планируют возвести воздушную гавань. Кроме того, местные жители опасаются экологических последствий строительства. Активисты пригрозили бастовать до тех пор, пока президент страны Франсуа Олланд не заявит об отмене постройки. Мы не перестанем протестовать, пока не получим от властей конкретный ответ о том, что никого не будут выселять.